Добрый день, уважаемые партнеры! С вами на связи Лена Никифорова. И давно не была в прямом эфире, очень-очень рада здесь быть вместе с вами. Сегодня у нас интересная тема, мы поговорим про спецпредложения. И вы знаете, я полистала, посмотрела, зашла по той ссылке, да, по которой, собственно, нужно смотреть это спецпредложение. Не беспокойтесь, после эфира я выставлю эфир в сторис и подкручу ссылку, чтобы вы смогли переходить сразу и видеть эти нужные цифры и нужные продукты. Наверняка, если вы подписаны на инфоканал, вы уже в курсе всего, и сейчас мы будем с вами об этом разговаривать. Как вы можете заметить, я совершенно без косметики. Неплохо выгляжу, это все на Vage. И у меня здесь рядышком просто куча косметики, которая по спецпредложению. И такую, знаете, основную, наверное, тему, такая самая важная тема, это тема тональных средств, потому что очень крутые продукты сейчас на скидке по спецпредложению. Скидка 50%, где-то даже больше. Это нужно хватать, потому что куча продукции Giordani Gold. Вау! Это просто потрясающе. Значит, о чем сначала... Давайте сначала будем определяться, какой тон я буду на себя наносить. И здесь, на самом деле, два моих фаворита, два моих любимейших продукта. Привет всем! Это кушон Giordani Gold и Master Creation Giordani Gold. Я, честно говоря, смотрю, и у меня не знает, на что глаз упасть, за что взяться, что мы будем наносить, потому что давайте просто расскажу, чем эти тоны прекрасны. Да? Помимо того, что у нас Giordani Gold — это линейка, которая ухаживает за лицом, то есть она является такой вот, знаете, связующим звеном между уходом и декоративной косметикой, потому что... Привет-привет! Потому что там всегда есть хорошие ухаживающие свойства, да. Это, конечно же, крутая упаковка, глаз радуется, мы видим, что это настоящий люкс. Это наши плюсы, да? И какой же выбрать из этих двух тонов? Я не знаю. Я бы не стала выбирать, честно говоря. Я бы просто самый светлый тон брать, кушон или средний. Самый светлый. Да, для самой светлой кожи самый светлый. Так вот, я бы вам на самом деле сказала, что это два тона, которые... по-разному будет раскрываться. Смотрите, чем хорош Master Creation. Я его очень люблю как специалист, как визажист за его Color Correct функцию. То есть, когда вы подбираете близкое по цвету, да, если сливается не идеально, вы наносите, тон усаживается, и через какое-то время вы получаете просто идеальное лицо. Плюс мне очень нравится, как этот тон ведет себя на сухой коже, на комбинированной коже. Он отлично ведет себя на нормальной коже, и даже на жирной коже ведет себя отлично. Я просто обожаю этот тон, и в нем все прекрасно. От визуальной составляющей, от того, что внутри начинено, его прекрасная отдушка. В общем, всегда рассказываю историю о том, что однажды мне пришлось целый офис накрасить этим тоном, и все у меня спрашивали, чем же, Лена, ты нас накрасила. Это был он, просто must have. Поэтому, даже если у вас полная косметичка, вам этот тон нужен. Он здорово увлажняет, он очень деликатно относится к вашей коже. Хорошо, Лена, нам ты рассказала про то, чем прекрасен Master Creation, возможно, мы его будем наносить. Почему я должна взять и кушон тоже? Это по одной простой причине. Потому что, когда ты его вот так вот раскрываешь, у тебя здесь есть спонж, у тебя здесь есть зеркало. Да, смотрим, как, собственно, устроен кушон. Ну-ка, открываем. Тут у нас губочка, пропитанная средством. И я понимаю, что это лучшее средство, которое я буду брать с собой в спортивный зал. Я буду обязательно брать его с собой в отпуск. Кстати, через пару дней буду отдыхать, поэтому у меня обязательно в косметичке будет именно это средство, потому что быстро, легко и потрясающе. Пока я об этом обо всем рассказывала, я подумала, а что нам мешает на одну сторону лица нанести кушон, а на другую сторону лица Master Creation? Ничто нас не может остановить. Давайте тестить. Так, это у нас Scent Beige. Так, выбираю, какой же Natural... Light Ivory. Я думаю, что вот Light Ivory мне подойдет. Сейчас будем тестить. Кушон, конечно, выглядит шикарно. Очень удобно. Всем доброго дня.
Я прошу прощения, что был у нас перенос эфира. У нас было доброе утро, и нужно было накрасить наших потрясающих спикеров. Так, и проверяем. Да, вот таким вот образом вы просто промакиваете и можете наносить. Ох, это настоящий кайф просто от нанесения продукта. У нас здесь такой будет естественный. Смотрите, я один раз промокнула, мне хватило на пол лица. Удобно? Чуть-чуть помогу пальчиком, потому что заехала здесь под глаз. Ничего страшного. Тон насыщенный. Да, мне хорошо он подошел, этот оттенок. Что хочется сразу сказать? Я чувствую комфорт. На моем лице комфорт. Вы обратили внимание, как я это быстро сделала? Мне нужно было это только приспособление. Все. У меня есть такой, кстати, небольшой заскок. Когда я хожу в зал, я обязательно выхожу из зала тоже при полном параде. Ну, такие вот мы женщины, я думаю, что я в этом таком моменте не одна такая. Да, это нормально. Но при всем при этом мне очень часто нужно быстрее бежать, потому что я в зал хожу после работы. И получается, что нужно уже бежать домой, на электричку скорее, либо на автобус. Поэтому нужно все делать достаточно быстро. Поэтому вот кушон лучше всего помогает мне. Я чувствую, что кожа увлажнена, ей комфортно, ей хорошо. При всем при этом я вижу то, что все у нас отлично перекрыто. Я не боюсь, я наношу тональное средство и на область вокруг глаз. Прошу прощения, это такая на самом деле палочка-выручалочка. У меня здесь уже, грубо говоря, глаз подготовлен к тому, чтобы я, например, наносила тени. У нас сегодня теней в подборке нет, всем доброго дня. Но вот, так, ну что, поехали, давайте с другой стороны будем наносить Master Creation. На самом деле, у меня такое ощущение, что в этом кушоне, понятное дело, что это разные продукты, но мне по ощущениям складывается, как будто это Master Creation в другом формате. То есть, причем это, знаете, это наивысшая степень признания из моих уст, потому что это мой любимый тональный крем. Так, здесь тогда тоже будем смотреть Light Ivory. Вот он у меня здесь есть. Вы, кстати, сейчас можете увидеть, как отличаются эти тона. Да, буквально... Сейчас я выпущу сначала весь кислород, наполню трубочку тональным средством. Ну-ка, давай, работай, крошка. Вот, есть чуть-чуть. И беру кисточку для тона и наношу. Здесь уже, да, нам потребуется какое-то приспособление. Это может быть как кисть, так и спонж. Это может быть также и просто ваши руки. Конечно же, от Master Creation я чувствую большее увлажнение. Моей сухой коже, которую я сегодня не слишком тщательно подпитала увлажнением, да, ей, конечно, Master Creation тоже нравится очень сильно. И Light Ivory Master Creation мне подходит даже больше. Классный какой, кожа светится. Это точно, причем, что я вижу, что у меня в зеркале нет такого эффекта. То есть у меня кожа, знаете, у нее такой полусияющий все-таки тон, не настолько сияющий. А здесь за счет того, что кольцевая лампа, за счет того, что такой специальный свет, светоотражение работает просто идеально. Вот. Я скажу так, берите оба тона, потому что... Во-первых, такое предложение нельзя пропускать, просто нельзя, незаконно, друзья мои. Во-вторых, это действительно очень удобный формат, я говорю сейчас про кушон, куда угодно. Слева очень классно получилось, мне очень нравится. Да, сейчас я уже, видите, их как бы уравниваю, скажем так, поженила. Но мне здесь и здесь хорошо. Кожа и там чувствует себя отлично. Про Master Creation мы с вами поговорили, так, салфеточку возьму. И что еще у нас есть по специальной цене? По скидке 50 и даже больше процентов.
Есть очень классное средство, жидкий хайлайтер. И вы знаете, что его можно наносить на самом деле по-разному. Можно как базу, да, и таким образом мы создадим такое сияние изнутри. Можно нанести его, можно совместить его вместе с тоном, тон станет чуть более жидким. И можно также наносить так, как я его сейчас буду наносить, в виде хайлайтера, то есть просто подсвечивать. Так, открываем. Берем капельку и давайте работать. Я возьму кисточку, можно пальчиком работать, без проблем. Как вы уже поняли, в макияже никто не против пальцев. И что я сделаю? Я нанесу чуть-чуть под бровку. Хоп, смотрите, какой блик красивейший получается. Нанесу на скулу. То есть у нас получается такая буковка S. Просто сияй, как бриллиант, вместе с продуктами Oriflame. Очень удобно. Давайте с другой стороны тоже провернем. Вы таким образом, когда ставите блик, сразу же как будто поднимается бровка. Это здорово, потому что это даже такой вот легкий лифтинг-эффект. Даже девушки сейчас, молодые, тянутся за этим лифтинг-эффектом, потому что это модный эффект. Одна из самых известных супермоделей сейчас, Белла Хадид, обладает очень высокими бровями. И ее характерное такое вот построение, да, бровей, оно очень многим сейчас привлекательно. Поэтому актуально, скажем так, чуть-чуть на подбородок. На самом деле у меня такой выдающийся подбородок, что можно и не наносить. Ой, как здорово все светится. Ну, на самом деле, вот если пользоваться таким вот образом, как я сейчас, именно с помощью хайлайтера, то, конечно, этого средства хватит просто на какое-то колоссальное количество времени, на 100 лет, для того, чтобы делать себе вот это идеальное сияние. Чуть-чуть на нос. Работает круто. Можно еще вот сюда вот. Что мне тут осталось? Подсветим чуть-чуть глазки. Блик, очень крутой блик. Ну что, я советую это средство, мне оно очень нравится, жидкий хайлайтер. Вы знаете, хоть у нас есть, да, какие-то классные альтернативы, у нас есть другой жидкий хайлайтер, он такой более, скажем так, насыщенный, у нас есть сухие хайлайтеры, у нас даже есть классные тени, которые могут заменить хайлайтеры, но... Сразу хочется бежать делать макияж. Очень мне приятно, спасибо. Но вот этот хайлайтер прям я очень люблю за то, что он многофункциональный. И как база, и можно замешать с тоном, и можно вот так вот нанести и поиграть. Окей, какое у нас еще с вами есть предложение? У нас есть с вами целых 3 продукта. Сейчас я все буду их наносить. Но сначала уберем следы усталости. Обратите внимание, что вот у меня были синячки под глазами. Спасибо большое за цвет волос. У меня были синячки под глазами, но когда я нанесла просто тон на лицо, за счет светоотражения синячки просто стерлись. Причем, что в зеркале я их чуть-чуть вижу, а когда я нахожусь перед источником света, практически они отсутствуют. Вот так работают наши продукты. Очень круто. То есть вы понимаете, если вас будут фотографировать со вспышкой, например, или при дневном свете, у вас просто будет идеальное лицо. Но у нас есть на скидках сейчас вот такие палитры консилеров. За что я их люблю? Я их люблю прежде всего, потому что как профессиональный, спасибо большое, да, решила стать блондинкой, чуть-чуть обновиться весной. Мне кажется, что это очень актуально, а сейчас это еще и круто, потому что у нас новая краска, точнее не новая, это обновление, поэтому вы можете тоже последовать моим примерам и, собственно, навертеть себе тоже новый цвет. Мне кажется, что это круто. Пудру после тона не надо, сразу хайлайтер. Смотрите, если мы работаем с жидкими текстурами, то да, то есть нам важно нанести тон, нам важно нанести сразу все жидкие текстуры, а потом уже зафиксировать с помощью сухой текстуры, и это может быть пудрой. Если у вас сухая кожа, то вы можете не наносить пудру вообще. Только, например, пройтись по Т-зоне, и все. Так, что с этими потрясающими консилерами? Они настолько здорово работают, что с помощью них можно убрать любой вопрос. Даже если у вас выскочил большой прыщ, вы можете убрать его с помощью этих консилеров, и будет совершенно не видно. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть вот такой лососевый оттенок, бежевый, и пудра для фиксации. Пудра для фиксации хороша, если вот брать с собой, да, этот продукт. Если вы понимаете, что
у вас есть пудра, то лучше просто припудриться обычной обыкновенной пудрой, рассыпчатой, либо компактной. Вот, а как работает вот этот вот потрясающий лососевый цвет? Смотрите, у нас лососевый цвет является противоположным голубоватому оттенку. А задача противоположных цветов, точнее, скажем так, правило противоположных цветов звучит следующим образом. Противоположные цвета, накладываясь друг на друга, нейтрализуют друг друга. То есть, если у меня есть какие-то голубоватые нюансы, а что это может быть? Это как раз-таки могут быть следы усталости. Я наношу вот этот оттенок на пятнышки усталости и стираю их со своего лица. Где у нас чаще всего находятся вот эти следы усталости? Очень часто это вот здесь вот веночка. Она самое темное место. Также вот здесь у нас такая важная точка, и бывает то, что вот здесь бывает какое-либо покраснение. Также мы можем нанести туда. Я люблю эти консилеры, когда вы берете их пальчиком, работаем ими исключительно руками, потому что здесь такая текстура, ей нужно быть подогретой, скажем так. Можно вот так прям тоже на руке их подогреть с помощью тепла вашей кожи и аккуратненько наносим. Его можно нанести как тонко, очень-очень тонко, так и достаточно интенсивно, в зависимости от проблемы. Если у вас насыщенный макияж, да, какие-то, например, интересные акценты в виде красных губ, либо смоки, просто достаточно яркий макияж, то, конечно, это средство незаменимо. Я считаю, что такой сос-средство должно быть у каждой девушки. И что я вижу? Не знаю, заметно ли вам, но у меня здесь просто цвет красивой кожи. Даже никто никогда не догадается, что вы там могли не выспаться или выглядеть не идеально. Настолько хорошо работает этот лососевый цвет. Я говорю сейчас про именно light оттенок, да, самый светлый, когда вы можете... Там, именно там есть этот лососевый оттенок. Бежевый работает хорошо с прыщиками, но мне повезло, у меня сейчас лицо совершенно чистое, поэтому бороться не с чем. Давайте покажу вам на руке, как это происходит. Вот, смотрите, моя рука, да, и мы видим с вами синенькую такую венку. Я наношу прямо на венку и не наношу там, где кожа нормального цвета, да. Так. Ну-ка. И получается, что нейтрализуется совершенно этот синий оттенок и работает так. И работает очень здорово. Да, очень красивый цвет лица. То есть корректор кремовой текстуры. Да, это такой кремовый корректор. Если вы понимаете, что у вас сос-ситуация, это могут быть какие-то высыпания, либо пигментные пятна, либо действительно следы усталости у вас очень явственные, то нужно решать это именно с помощью вот этого консилера. Он работает очень хорошо. И если вы прям любительница макияжа, то обязательно он должен быть в вашей косметичке. Да на самом деле, вот 100% когда-то за ним рука потянется, потому что бывают разные состояния, мы, женщины, это понимаем, и иногда нужно быть настолько прекрасно выглядящей, что нужно прибегать к таким плотным текстурам, а здесь именно такая плотная текстура. Я бы сказала, что это продукт даже полупрофессиональный. То есть вот такие насыщенные консилеры, которые так хорошо перекрывают, они в основном бывают в кейсах визажистов. Ну, а кто мы? Сами себе визажисты, на самом деле. Отлично. Так, что мы делаем дальше? Мы с вами переходим к следующей кремовой текстуре, о которой тоже обязательно нужно поговорить. Это вот такие потрясающие румяна. На самом деле, не нужно этот стик называть исключительно румянами, потому что его можно нанести как угодно. Его можно нанести и для румянца, можно нанести как тени, можно даже нанести как без для губ. Почему бы и нет, кто нам запретит? Добрый день. А если веки коричневые, какой взять цвет? Берите светлый оттенок бежевого. Он хорошо будет высветлять. Также хорошо будут работать оттенки розового, они тоже хорошо высветляют. Сейчас посмотрим, есть ли у нас здесь прям розовый такой вот оттенок. Смотрите, мне кажется, что вот медиум, он будет работать хорошо. Либо лайт. Лайт более универсальный. Добрый день. Так, как мы пользуемся этой кремовой текстурой? Сейчас мы скоро дойдем сюда пудры. Мы улыбаемся. И у нас с вами появляются яблочки щек. И вот по нижней границе яблочек щек я буду проходить. Вот таким вот образом. Достаточно интенсивно.
Я хочу, если честно, сегодня сделать такой акцентный достаточно макияж, нелегкий, поэтому мы будем наслаивать. И аккуратненько пальчиком распределяем. Можно кисточкой работать, можно пальчиком. Угу. У меня кое-что осталось на пальчиках, значит, я тихонечко еще нанесу на косточку вот сюда, чтобы у нас с вами пигменты все, да, цвета перекликались на лице. Для смуглой, значит, темный подходит палитра корректоров. А, да, она подходит, но я все равно советую брать также в дополнение палитру Light, потому что именно там есть вот этот прекрасный лососевый оттенок. Миленько. Да, в этом 100% что-то есть. Нанесла. Сейчас будем с вами нормализовывать, скажем так. Берем ту кисточку, которой работали. И аккуратненько вычищаем, да, эти места, чтобы не было никакого перебора. И притаптываем аккуратненько. У нас получается с вами такой легкий-легкий и приятный контуринг. Угу. А когда будете загорелыми, из-за того, что здесь такие золотые частички, уже пора бы задумываться о лете, будет очень здорово смотреться с загаром. Если бы у меня были открытые ключицы, я бы сейчас нанесла, бы тоже вам показала, как можно из ваших ключиц просто сделать украшение. Класс, буду смотреть вас теперь. Я очень рада. Так, поехали. Дальше матовая пудра. Так как у меня кожа достаточно сухая, я нанесу прям капельку. Но покажу вам, что есть такой формат. Это компактная пудра, значит, удобно брать с собой. Я наношу только по Т-зоне, чтобы у меня ничего не блестело, да? Таким вот образом. Я могу пройтись по векам, чтобы у меня... Дальше потом никогда не отпечатывалась тушь. Если веко сухое, то тушь не будет отпечатываться. И, конечно же, положу ее с собой в сумочку, чтобы она была всегда рядом. И я смогу в любой момент привести себя в порядок. Это такая, знаете, была реклама. Обратите внимание, чтобы всегда можно было себя привести в порядок. И, скажем так... Последний этап – это потрясающие, такие золотистые, сияющие, бронзирующие, великолепные жемчужины Giordani Gold. Мы будем придавать моему светлому лицу некоторое количество загара. Обожаю эту пудру. Пудра шикарная. Что я сделаю? Я сейчас нанесу на скуловую часть, также чуть-чуть, чтобы у меня был такой более активный контуринг. Пройдусь также по линии роста волос. Угу. И легенько-легенько. Пока я не загорелая, а очень сейчас светлая, нужно, конечно, дозировать количество шариков золотых Giordani Gold. Но если вы счастливая обладательница круглогодичного загара и смуглой кожи, то это 100% ваш вариант. Чуть-чуть золотинки не помешает. Она дает такое, знаете, солнечное настроение. Лишнее убираю с кисточки и аккуратненько еще вот сюда вот наношу. Эти места самые первые загорают, а значит, если я сюда нанесу немножечко бронзера, будет казаться, что я чуть-чуть загорела. Видите, есть эффект. Что у вас за кисть серо-синяя? Вы знаете, это кисть Oriflame. Она очень-очень-очень давно была в рекрутинговой акции. Я даже не знаю, сколько времени назад это было. Поэтому ищите на Авито, как говорится. Сейчас никак не найти этот набор, к сожалению. Была бы возможность, я бы купила, наверное, себе два этих набора. Очень качественные там кисти. Ну, в принципе, как и все наши кисти. А что еще можно сделать? Можно взять маленькую кисточку. И эту золотиночку, конечно же, нанести на глаза. Я нанесу так на орбитальную линию. Хочу обратить внимание, что пигментация такая сильная, то есть высоко пигментированы эти наши прекрасные жемчужины, поэтому, когда вы берете так же щедро, как я, будьте готовы, что макияж нужно будет чуть-чуть подчищать.
Работает здорово. Да, набор огонь. 100% огонь. В общем, предложение недели какое-то шикарное. И оно 100% заслуживает прямого эфира. Я сейчас пойду доделывать свой макияж уже продуктами не из спецпредложения. Ой, смотрите, какая я загорелая стала. Загорелая, сияющая, счастливая женщина. Макияж получается очень свежий, весенне-летний. Да, нам этого сейчас всем не хватает. Я пойду сейчас доделывать макияж с помощью помады. Нанесу еще тушь. Чуть-чуть выработаю над бровями и надеюсь, то, что, конечно же, все эти темы, какой код краски. Вы задайте этот вопрос под этим эфиром, и я вам напишу. Хорошо? Всем хорошего дня. Заходите по ссылке обязательно и заказывайте себе все, потому что сейчас шикарное предложение. Не забудьте поделиться с вашими партнерами, чтобы они посмотрели и приобрели себе. Скидывайте им этот прямой эфир, потому что я считаю, что здорово было передано вот это настроение. И главное, был достаточно быстрый, но интересный обзор продуктов. Поэтому не теряйте этой возможности, пользуйтесь. И вот кушон приобретите себе обязательно. Всем пока, хорошего дня!